Гражданин Таджикистана незаконно вывезен из России в Таджикистан сотрудниками спецслужбы двух стран вопреки решению Европейского суда по правам человека. Как сообщила радио Азади председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина, Саид Маруф Саидов скрывался в России от преследования со стороны властей Таджикистана. Он в апреле нынешнего года подал прошение о предоставлении убежища в России и заявил, что в случае депортации на родине подвергнется пыткам. Но несмотря на все это, 26 мая Саидов исчез в Москве и, как выяснилось позже, был вывезен сотрудниками прокуратуры в неизвестном направлении. Правозащитники считают, что он был отправлен в Таджикистан. Хотел Следует заметить, что это того, далеко не первый себя. случай, когда Россия, нарушая все правовые акты, содействует азиатским тиранам в похищении граждан этих стран для последующего осуждения на длительные сроки заключения. В основном данные действия применяются в отношении тех жителей Центральноазиатских республик, которые сбежали из своих стран от преследований по религиозным мотивам.